Drac Vila! Ja očin, očin rada bit znova s vami. Ja uvijala Bernuza, ja Bernulas! Estoy re contenta de estar de vuelta con ustedes. La verdad que estoy super, super contenta. Очень, очень рада быть с вами. Y ahora, como una verdadera rusa, porque todos ustedes saben, как настоящая россиянка, как вы знаете, я настоящая россиянка, у меня русский паспорт. Спасибо, спасибо большое. Gracias también, спасибо большое, a mis amigos de Subota. Мои, спасибо также моим друзьям канала Суббота, которые привезли меня в Россию. И сейчас очень холодно. Очень холодно. Estoy viendo nieve, hacía mucho tiempo que no viajaba. Я вижу снег, я так давно не приезжала. Эта пандемия nos separó a todos. Разделила нас всех так. Y la verdad que ahora, siendo sincera, а сейчас, если вам правду скажу, что я больше всего скучала, venir a Rusia, a mi Rusia. Это мои поездки в Россию, приехать Porque сюда к вам. Я ваша Наташа, я и не могла ехать. Y quería venir de concierto y no podía. Я хотела приехать с концертами, но не могла. Quería venir de paseo y tampoco хотела podía. Приехать отдохнуть, y тоже bueno, не могла. Si bien la pandemia continúa, y hay que continuar но cuidándose, если пандемия будет продолжаться, мы должны заботиться друг tenemos о друге. La posibilidad de viajar, и все-таки у нас, если закончится все, и будет возможность. Вот, но я сейчас смогла приехать, и я очень рада, что канал Суббота меня привез. No sé, para mí es un sueño cuando el avión, самолет. El самолет, cuando el самолет bajaba, когда самолет спускался, садился, de sentir que yo iba por primera vez pisar suelo ruso con mi pasaporte. Я почувствовала такую эмоцию, что я снова вступлю на русскую землю. Это очень сложно рассказать. Но в этот раз я чувствовала, что это по-другому, хотя я много раз уже приезжала. Como si nada iba a salir hablando ruso. Я думала, что я так сразу заговорю по-русски. Ni ocho. El momento sigo hablando español. Пока я говорю на испанском. Hablo un poquito mejor ruso. Немножко лучше уже говорю по-русски. Я учу его. Pero bueno, hago lo que puedo también. Ну, я делаю то, что могу. ¿Están por ahí? ¿Hay gente conectada o estoy hablando sola con un teléfono? Там есть кто-то или я одна сама разговариваю с телефоном просто? Что это? Están, sí, sí, hay un montón de mensajes. Да, я вижу, там очень много комментариев. Я вас читаю. Очень сложно читать на кириллическом. Мне помогут, мне будут переводить, ответить на ваши вопросы. Вы хотите начать? У вас есть вопросы для меня? Поехали. Давайте. Давай, давай. A ver, la primera pregunta que voy a responder es... ¿Cómo ha sido que... ¿Cómo fue que recibí la nacionalidad rusa? Очень красиво. Получила гражданство российское. Maravilloso. Замечательно. Sí, hace 20 años. 20 лет назад, когда я впервые приехала в Россию, ni en mis mejores sueños, ни в самых больших мечтах я могла подумать, что я буду русской. Я видела себя, что я очень похожа на русскую. У нас очень сильная связь с Россией. Вы можете увидеть документальный фильм «Наша Наташа», где мы рассказываем по этой любви. Но кроме того, есть связь, удивительная, чудесная связь, когда мы соединяемся, что планеты взрываются. Creo que es ese amor recíproco que sucedió en todos estos años y ese intercambio cultural. Porque ustedes me conocieron a mí, потому что вы меня узнали mi país, и узнали о моей vengo, стране, откуда vivo, я приехала, где я живу. Y ellos a su vez conocieron la cultura de ustedes también por el amor узнали, que fuimos forjando. Они узнали о вашей культуре. Esta и вот поэтому получилась такая возможность. Los documentos que se pedían y dije, bueno, el universo me devolvió я попросила el amor de ustedes, Вселенную, y ahora puedo decir que soy и Вселенная мне помогла, rusa. И теперь я могу ustedes сказать, что я русская. А вам понравилось? Как вы отреагировали на это? Как? Вам понравилось? Вам понравилось? Что вы думаете? Что думаете? Estoy diciendo cualquier cosa. Я, наверное, что попало, говорю. Bueno, voy a leer otra pregunta. A ver. Я... Se preguntarán qué es esto, pero a потом les voy a contar. Вы, наверное, спросите, что же это такое? Но я вам попозже расскажу. Porque voy a hacer un programa de televisión acá en Subota. Y entonces voy a hacer esto todo el tiempo. No, mentira. Я шучу. Что, какой вопрос? Как часто я вспоминаю Дюкан? A ver.
¿Cuántos recuerdos tengo de Muñeca Brava? Сколько я, как часто и что очень, я вспоминаю о очень. Диком Ангеле. У меня очень много воспоминаний. Bueno, primero porque fue algo muy importante en mi vida. Es я, algo muy во-первых, importante я en помню, это было очень важным моментом в моей жизни. Pero principalmente tengo muchos recuerdos porque ustedes, но самым главным и самым большим воспоминанием для меня являетесь вы. Creo que de la misma manera que yo era una niña cuando lo hice. Так же, как и я была маленькой, когда я снялась в этом в сериале. Ustedes eran niños y niñas que lo veían con sus abuelas y sus abuelos. Вы смотрели сериал с бабушкой, с дедушкой. Y crecieron junto conmigo. И выросли вместе со мной. Eso que te sucede en la infancia te queda en el corazón. То, что происходит с тобой в детстве, остается с тобой в сердце. Y entonces esos recuerdos siempre están acompañándonos. Поэтому эти воспоминания, они всегда со мной. Y tengo a muchos amigos, bueno, Facundo. У меня очень много друзей, например, Facundo, это очень хороший мой друг, мы до сих пор видимся. Мартита, Валерия Лорка, es mi mejor amiga. Валерия Лорка, это моя лучшая подруга, Габриэла Сари, очень большая подруга, и многие другие актрисы, которые работали со мной. Многих уже нет, как моя бабушка, тот, который был моим отцом, его тоже нет, мажордома тоже нет, но мы же не хотим грустить. Es parte de la vida. Это часть жизни. Pero los recuerdo con mucho amor. Но я очень хорошо, я их вспоминаю с большой любовью. Y además, tengo un montón de cosas, tengo los libretos, parte del vestuario. У меня очень много осталось от этого сериала. У меня есть записи, у меня есть одежда. Muy bien. Voy a ver otra pregunta. Я буду смотреть следующий вопрос. A ver. Voy peinando. ¿Qué tal mi peinado? Как же у меня все хорошо с прической? A ver, otra pregunta. Cuando te convertías en milagros, ¿qué sentías, alegría o tristeza? Cuando me convertí en milagros, ¿qué sentía, alegría o tristeza? ¿Esa pregunta es desde el personaje o desde Natalia? Este вопрос задаете как Наталья или как персонажа? Como actriz te puedo responder как актриса, я могу тебе рассказать. Uno interpreta un personaje. Когда ты кого-то, когда ты играешь персонаж. Pero hay un poco de la persona, de Natalia, que Но всегда есть что-то от человека, también, от человека, который играет. Con el personaje. Который... Y yo creo que eso fue lo que más les gustó cuando vine a Rusia. Мне кажется, что это больше всего что понравилось людям, когда я приехала. Como que sí, okay. Мили, да, Чолито. Сказали Мили, Чолито. Pero Natasha era muy parecida. Наташа, она Чолито. Похожа на Мили Чолито. Después he hecho otros personajes muy Потом я играла других персонажей, вообще совершенно Siempre отличных от меня. Возможно, более драматичные роли. Очень, возможно, злые. Pero не так, не такие комедийные. Mucho. De hecho, yo la creé, así que, bueno, Но Мили создала я. De lo que yo le puse, ¿no? De, Поэтому это verdad. Часть меня, это моя правда. Pero debo de reconocer que mi personaje sufría. Но мне нужно сказать, что я скажу, что мой персонаж очень переживал, страдал. Para empezar, no tenía sus padres. У нее не было родителей. Creo que una de las cosas más difíciles que мне кажется, самое сложное, puede tener una persona es no tener, что есть у людей, не знать, кем он является. Y Milagros no conocía su verdadera identidad, и Milagros sí sabía не знала, quién era su madre, кем она являлась. Она знала свою маму, которая умерла, pero no conocía su padre. Но не знала своего папу. Y quiero recordar, para cerrar esta pregunta, y насколько я помню, a una chica, Я хочу вспомнить, девочка, которая тоже мы снимали с нашей Наташей, она тоже узнала своего папу, и она рассказала мне, что когда смотрела сериал, после просмотра сериала она решила найти его. И в итоге она его нашла. Ради этого стоит жить Дикому Ангелу. Otra pregunta? Si habrá concierto pronto, ¡поехали! ¡Tan soy el vice! ¡Давайте! ¡Давай! Sí, claro. Конечно. O sea, tengo toda una gira armada que no pude hacer. У меня есть целый тур готовый, который я не смогла провести. Y espero que le hayan devuelto a todos las entradas. И я надеюсь, что вам всем вернули Porque, билеты за концерт. Esos conciertos no se hicieron y Поэтому эти концерты que не прошли, и все должны иметь Pero свои estoy preparando una gira nueva. Деньги. Но я готовлю новый Con тур. Cosas que no pude mostrar, некоторые вещи будут из того, которые я не смогла провести Pero за 20 лет. Claramente ahora tiene un condimento muy especial, Но сейчас у них будет нечто необычное. Ваша Наташа. Например, это то, что сейчас я действительно ваша Наташа. Así que va a ser especial. Y estamos, это будет segura, необычно. El año que viene vamos a hacer gira. В следующем году мы обязательно сделаем тур. No da завтра. ¿Cómo sería el año que viene? В следующем году. В следующем году? Да? Хорошо?
Siguiente pregunta. Si estoy trabajando en películas, siempre estoy trabajando. Я... Работаю ли я в сериалах или фильмах? Да, я всегда снимаюсь, потому что мне очень нравится то, что я делаю. Я наслаждаюсь этим. Сейчас я готовлю некоторые фильмы. И мы пишем новый сериал, комедию, музыкальную комедию. Надеюсь, вам понравится. Otra pregunta más. ¿Dónde voy a recibir el año nuevo? En Argentina vamos a recibir el año nuevo. Мы будем встречать в Аргентине, рядом с семьей. Podría recibirlo aquí, Я могла здесь его, в принципе, справить. Hace un par de años lo recibí en Polonia. Два года назад я в Польше его встречала. Было бы здорово когда-нибудь здесь его встретить. Я хочу сказать, что Новый год в России очень интересный, очень красиво украшают улицы, у всех разный свет. Украшают деревья. Очень красиво Москва в Новый год. И здесь как будто чувствуется больше Новый год. Мы кушаем зимнюю еду, зимние блюда. Я когда маленькая была, я всегда говорила, это очень тяжелая еда. А это потому что вещи, которые готовятся в странах с зимой, где сильнее зима. Я всегда рассказываю в Аргентине и Уругвае, что здесь нет Санта-Клауса. Здесь есть Дедушка Мороз и его внучка. А мне это нравится очень. Это более человечный, более человечный образ. Кто такой, Санта-Клаус? Пусть приезжают Дедушка Мороз и ее внучка. Otra pregunta más? A ver. Bueno, parece que no hay más tiempo para hacer regalos. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo es ¡pum! Похоже, у нас больше нет времени, чтобы отвечать на вопросы. Как быстро проходит время? Bueno, vamos a pasar a los regalos. Давайте перейдем к подаркам. Расскажу вам, как это будет происходить. ¿Вы понимаете? Bueno, voy a hacer así. Yo voy a girar esto. Это будет так. Я буду двигать лототрон. El sonidista me está odiando. Звукорежиссер, наверное, ненавидит меня сейчас в этот момент. Y voy a sacar unas pelotitas naranjas. И я буду доставать шарики. Оранжевые. 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 Я сокру номер, и ese número я буду доставать шарики, и каждый номер будет отвечать как это подарок. 4. Este es el 4. Номер 4. Ой, какой тяжелый. Bueno, el que se queda con el número 4 se lleva esto. Allá va. Номер 4 это твой подарок. Otro más. Следующий шарик. Uy, se me escapó. Ой, упал. Se me escapó una. Ой, упал еще раз. Uy, se me escaparon todas. Пора. Все упали. Si no voy a hacer trampa. Voy. Número 3. Número 3. Número 3. Número 3. 3 es las personas. Ah, dices 3, a ti te corresponde eso. Bien, a ti te corresponde. Так, номер 3. Тебе твой подарок esto. Следующий. Вот этот. ¿Sí? 3, allá va. ¿Cómo se dice 5? 5. ¿Qué tal? 5, 5, 5, 5. A ti te corresponde esto. 5. Давай. Пятый номер. Это игра Монополия. Еще раз. Раз. Один. Один. Раз, два, три. Один. Один, один, один. ¿Dónde estás, Один? Acá está. El Один. Один. Чао. Лови. Otro más. Два. Хорошо? Два? О, нет. Хорошо? Se matan de risa acá. Se ríen de mí. Porque hablo muy mal ruso. Надо мной, потому что я плохо говорю по-русски. Dos. Pero ya voy a volver hablando ruso hasta por los codos. Но скоро я вернусь, и я буду говорить по-русски так хорошо. No, tan хорошо no. Hasta por los codos, dije. Te escuché. Хорошо буду говорить. Existe eso. Yo sé que no existe. Pero en Argentina sí, los que hablan español entienden. Ruso está por los codos. Saco otro. В Аргентине говорим, что мы будем говорить до локтей. Cinco. Я знаю, что здесь нет такого. El 5 se ganó. Este, ya se lo ganó el 5. Bueno, no estoy entendiendo. Пятый ты уже выиграл. Ну, я не совсем понимаю.
¿Cuántos más tengo? ¿Otros? ¿Voy? Nadie me contesta. ¿Adín? Pierre. ¿Y cuatro? Tres más. Tres más. Ok. Cuatro. Acá va. Chuca. ¿Adín? Pierre. ¿Dónde está el Adín? ¿Где Pierre? Pierre. Bien, otro más. Еще один, следующий. El último. Последний. Раз, два, два. Два. Номер два. Лови. Bueno, los demás que no salieron me los voy a quedar yo. No, mentira. Те, которые не вышли, это я сама себе оставлю. Эти все подарки, это всем вам. Вы хотите, чтобы я ответила еще на какие-то вопросы? Да, конечно. Una pregunta más. A ver, давайте еще один вопрос. Какой? A ver, uy, hay un montón de gente conectada. A ver. Si podría enamorarme de una persona como Ivo en la vida real, a ver. ¿Могла ли я влюбиться в человека как Ива в реальной жизни? Я подумаю. Ива или же Факунда Арана? Te redoblé la pregunta. Ivo. ¿Y lo responde Mili o Natalia? Ответить должна Мили или Наталья. Es un poco era un poco machista Ivo al principio, ¿no? Он был немножко machista. Yo le decía, Carlito, las pelotas, a mí no me hablas así. Я говорила, ты со мной так не разговаривай. Но у него было очень большое сердце. Y estaba buenísimo. И он был красавчик. Así que sí, me podría enamorar de un Ivo. Влюбиться в него. Pero lo tendría cortito. Но он бы у меня был воспитанным, я бы его воспитала. Los quiero mucho. Я вас очень люблю. Спасибо большое. До новых встреч. Y qué decirles, para mí fue un momento muy muy especial. Nosotros en Argentina, это очень en este важно. Momento, в Аргентине в этот момент у нас такая же ситуация, как у вас. Понемногу открываются публичные места, начинаются концерты. У меня была возможность в этом году поработать в Аргентине и в Уругвае. Я снималась в различных сериалах. И в сериал, в один из этих сериалов я выиграла в Санта Эвита, когда я покрасилась в блондинку. Это для меня большой вызов, один из самых больших вызовов в моей жизни. Надеюсь, вы его увидите. И сейчас я снимаю в другом сериале. Там я играю для сериала «Йоса». También hice en Uruguay, также en Уругвае la conducción de я вела программу Ahora voy a hacer Got Talent. En Argentina voy a conducir The Mask Singer. Сейчас буду вести Estreno «Голос», una película, и в Аргентине буду que вести se llama другое Rojas, шоу. Y otra Сейчас que будет se llama новый hoy se arregla фильм, el mundo. Выйдет у меня будет премьера y como нового фильма el año que viene voy a volver a hacer una serie. И в следующем году я буду voy сниматься в новом canciones. Сериале. Я буду записывать новые песни. ¿Вы слышали новую версию «Memoria de amor»? ¿Qué les parece si nos despedimos cantando? ¿Quieren? Voy a cantar para despedirnos un poquito de cambio de dolor. ¿Хотите какую-то песню? Сейчас я спою немножко cambio de dolor. Раз, два, три. Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la mitad. Por eso vuelo. ¿A dónde? Туда. Туда. Sendero para conocer el mundo de verdad. Меня любовь, то вилеван, 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 мистер Дерек, лучше бил бы опять. Я просто cantando en otro idioma. Я пою, по-моему, на другом языке. Los quiero mucho, los quiero mucho. Я вас очень люблю. Por libertad, y ahora me muero de amor si no estás. Я вестибяу, умираю от любви, я не могу ни дышать. Ни ждат, ни щит, я с пустым пехмаит минут, и для меня меня застывая без тебя. Без тебя, без тебя. Bueno, algo muy importante. Очень важная вещь. Más importante Даже que lo que важнее, estoy cantando, чем то, что я пою. Cantando, и так плохо, как я пою. Неплохо.
que se van a poner en contacto con los ganadores para que se lleven todos estos premios. Чтобы вы забрали свои подарки. Очень красиво, много поцелуев. Пока-пока, до свидания. ¡Qué susto! Спасибо большое. ¡Qué lindo! Ah, una cosa, me encantan las flores de Rusia. Я очень люблю русские цветы. Они прекрасны. Это то, почему я тоже скучала. У меня в саду очень много цветов из России, потому что друзья мне дарят их. Дарят семена, и я всегда их посажу, высаживаю. Поэтому вы всегда рядом и всегда в моем сердце. До свидания, до новых встреч. Пока, друзья!